есть особый, огромный мир, в котором дети могут учиться, а взрослые отдыхать душой, ностальгировать, а иногда и задумываться на очень серьезные темы. Мир волшебства, абстракции, условности и красоты. Мир гармонии и игры. Мир, где оживают наши любимые произведения, а с нами общаются сказочные персонажи. Речь идет о театре кукол. А вы давно были на кукольном представлении? Начинался театр кукол с чего? Начинался с того, что 1-2 человека носили с собой в сумке или, да, или в ящике кукол петрушечных, да, и ходили по дворам и показывали представления. Театр кукол был открыт 5 февраля 1932 года. Первой постановкой была «Сказка про репку». Спектакли тогда проходили в малом зале Уфимского дворца искусств. Так тогда назывался театр оперы и балета. Руководителем была талантливейший человек Мария Николаевна Елгаштина, которая через 3 месяца после открытия театра позвала артистку Башкирского драматического театра Гамбару Мансурову, которая организовала и возглавила башкирскую труппу театра кукол. Раньше я в этот театр бегал мальчишкой со школой, с школьниками нас приводили на спектакли, я смотрел, верил, все чудеса, вот что происходит, все это я думал, что это как это куклы могут так двигаться, вот это как живые, все это верили, это детское восприятие было, его же не обманешь, вот что показывают, ты тому веришь. И вот так случилось, что мне пришлось поступить на работу в этот театр. Я пришел туда временно, а поскольку мне понравилось, увлекло, я увлекся. И пришлось задержаться на всю жизнь. Первоначально театр кукол располагался в подвале театра оперы и балета. Подвал, ну, он как бы и сейчас остался в новом здании. С одной стороны находился дом актера, тогда еще не было современного здания в подвале оперного театра. А с другой стороны находился театр кукол. Как ни странно, всем хватало места. В 66-м году я пришел туда весной. Молодым человеком, 16-летним пацаном, должности в качестве рабочего сцены. Пришел устраиваться. Но прошел конкурс, там песню спел, басню прочитал, прозу рассказал. Это почему? Потому что монтировщики сцены, они тоже принимали участие в спектаклях. У них должна быть и музыкальность, и слух, то, что... Под музыку они поднимали декорации, поворачивали декорации и исполняли небольшие, маленькие эпизодики при необходимости, без текста, без всего. Вот поэтому конкурс был объявлен. Вот. Ну и меня взяли, одного из троих, и определили как раз в группу, которая садилась на подготовку нового спектакля. И получилось, что с первого дня работы монтировщиком сцены мне дали ключи от ящиков, от декораций, познакомились с имуществом, которое принадлежало этой бригаде. Вот. И в то же время, значит, мне повезло, я сел за застольный период вместе с артистами, читали пьесу как застольный период, и мне дали маленькую роль, учитывая, что, оказывается, у меня есть и слух, там и голос, и музыкальность. Вот маленькую эпизодическую роль слуги. Энтузиасты, несмотря на то, что они не заканчивали специальных актерских каких-то. Кто-то пришел из детского сада, был там музыкальным работником. Одна артистка, гениальная артистка была, она была в прошлом гимнастка. Уфимцы постарше помнят, что на улице Ленина
было такое очень полезное и важное заведение, называлось «Сберегательная касса». Во дворе этой сберегательной кассы, во дворе, был маленький, крохотный, но меньше, чем на 100 мест, зрительный зал, а производственные цеха, производственные помещения располагались в соседних зданиях. Ну, то есть большинство проходило мимо, даже не подозревая, что они проходят мимо театра кукол. Бывший кинотеатр «Октябрь» на Ленина. Это вот где гостиница «Агидель», там такая арка во двор. И вот этот двор был как раз, мы заходили это к себе в театр. У нас там справа одноэтажное здание было, там у нас были цеха. Вот бутафорский кукольный столярный, а с левой стороны вот небольшая база, небольшой зрительный зал. Мест на 20, там на 30, на 50. Но в основном это была база, где мы находились, где мы репетировали, выпускали спектакли. Зданий не было отдельно, это здание же старинное. Там же наверху была 11-я школа, средняя 11-я школа, два этажа. Внизу, значит, был Сбербанк, магазин промтоварный, продуктовый магазин. Часть здания для театра кукол. Там просто была вывеска. Театр кукол. И вот мы были до 76-го года там. А потом в 76-м году построили это здание, мы переехали сюда. Если говорить о том, что здание на улице Ленина, это был такой, ну, промежуточный этап между, пусть и подвалом, но театром оперы и балета и своим собственным зданием вот здесь на проспекте Октября. Долгие годы у кукольников не было своего специального помещения. И лишь в ноябре 1976 года театр пригласил своих маленьких зрителей в новый дом по адресу проспект Октября, 158. Именно с того момента у коллектива началась новая, поистине творческая жизнь. Обратите внимание, вот такие вот у нас есть гребенки, это для того, чтобы кукол вешать. То есть вот сюда вот головой вешается кукла, и актер подходит, в нужный момент берет куклу и выходит на сцену тут же. Они, наверное, как-то по порядку? Ну, каждый, фактически каждый артист, он как приспособился, то и выкладывает кукол, он подходит и вот вешает, он знает, что моя кукла будет висеть здесь, если надо, он подбежал, раз ее взял. В одном спектакле, ну, несколько десятков кукол может быть, потому что одна кукла может быть в разные одежды одета, вот. Поскольку мы же не можем их переодевать, значит, мы делаем несколько дублей, может быть, 3 или 4 дубля одной и той же куклы, но в разных одеждах или каких-то, ну, в разных ипостасях, скажем так, да? Поэтому артист подбегает, берет одну, потом какое-то превращение, он берет другую, вот, и меняет. В настоящее время в театре применяются различные специальные художественные приемы. Например, маска, тантамареска, трансформация или черный кабинет. И, конечно же, различные виды кукол. Тростевые, планшетная, марионетка, ростовые куклы, перчаточные и многие другие. И, конечно же, постановки на сцене бывают различными, либо с использованием живого плана или ширмовые. Ну, для артистов это, во-первых, физический труд, довольно сложный. Потому что час держать куклу или на вытянутой руке, или перед собой, которая весит не 1 килограмм, вот, это, конечно, физически сложновато. При этом нужно все-таки донести же еще какую-то мысль, образ создать этой куклы. Дается с опытом, с трудом, вот. И, к сожалению, не всем. Мы привыкли, что театр кукол – это вот куколка петрушечная на руке как-то или кто-то водит, да. Сейчас уже все намного шире. Здесь и живой план используется, кроме кукол. Сейчас уже и пластика используется, и драматические, так сказать, вот проявления артиста нужны. Поэтому артист-кукольник, он
я думаю, что более универсален. Театр – это еще и цеха по производству кукол и пошиву костюмов. Каких только персонажей здесь не найдешь. Да. И даже если спектакль больше не играют, то кукол не выбрасывают. Если вдруг постановку решат возобновить, то куклу достанут, отреставрируют и вдохнут в нее новую жизнь. В нашем цеху рождается, можно сказать, начало нашей сказки, которая потом выходит на большую сцену. Отталкиваясь от того, что задача ставит нам художник, а мы ее кропотливо исполняем для того, чтобы на самом деле передать это искусство нашим детям. Помимо кукол у нас есть еще и ростовые куклы, которые одеваются на главных персонажей, это актеров. То есть вот художник дает, допустим, какой-то образ. Что мне нравится в этом, мы можем реализовать свое тоже какое-то воображение, фантазию. Самый важный аспект – это результативность, чтобы передать на самом деле образ. Если вот, если костюм вот тут вот «Дорога крыс», вот мы и создали такой костюм. Здесь уже формы крысы, девочки уже вот создавали каждую по отдельности форму и сшивали какую-то ткань. Здесь вот у нас, мы видим бархат, заполняли ее синтепоном. То есть, опять же, мы учитываем, чтобы костюм был легким. Вот. И, как говорится, удобным, самое главное, удобным для наших актеров. Да, это вот она играется на полу. Актер одевает свои ноги, вставляет. Вот, они такие объемные, большие. А у него открывается? Здесь, по-моему, нет. А, да. Здесь, естественно, вот эта вот голова, которая сделана тоже из папье-маше, естественно, формы. Не маленькие, если, допустим, просто у тростевых кукол маленькие головы, естественно, и по времени выложить папье не так много времени. А каркас у нас делается вот здесь вот из тела. Мы тоже думали, из чего его создать, потому что, учитывая, опять же, руки наших актеров, потому что на самом деле актеры работают с этими куклами, и важность, чтобы на самом деле не было лишнего какого-то объема либо тяжести. Игра актеров, чтобы для них это, ну, мы создаем для них, чтобы им было, как говорится, удобно, практично и легко играть потом в дальнейшем спектакле. Сначала делает из пластилина или из глины, делает вот такую голову, лепит художник. Мы ее разрезаем на половинки две вот и кладем на какую-то плоскую поверхность и заливаем гипсом. Гипс высыхает, мы переворачиваем, убираем вот это внутрь, пластилин, вот, и остается такая форма. Я буду делать папье-маше, это будет голова Нильса, дубль, кукла будет дубль. Папье-маше – это бумага, клей, вот это все склеивается, и получается у нас форма. Клей – это мука, клейстер из муки, немножко ПВА добавляем. Выкладываем слоев 8-9 вот этой бумаги и еще ткань прокладываем. По мере высыхания мы смотрим, если отходит уже форма от вот этой основы, от гипсовой. Внимаем, склеиваем, шкурится, грунтуется шпатлевкой. Вот потом уже дальше волосы, роспись.
Когда я работал актером с 2002 по 2003 год, я срочно вводился в спектакль, уже поставленный спектакль по эпосу «Урал-Батыр». И вот я как помню, за один месяц я тогда сыграл около 70 спектаклей. Тогда был такой вот ажиотажный период, репертуар был очень насыщен. И мне приходилось работать как в башкирской, так и в русской труппе. И вот около 70 спектаклей этот образ во мне настолько вошел в меня, что я начал уже понимать и настолько зажил в этом образе, что мне самому даже приходилось иногда приходить в себя, в реальность входить, что я обычный человек, что нужно спокойно жить в реальной жизни. Потому что спектакль был настолько удачно поставлен, что школьники во время спектакля настолько сильно переживали. Есть там такой момент, когда Шульгин, брат Урала, предает его и прокалывает его мечом. В спектакле был решен такой эпизод, такой момент. И вот перед тем, как прокалывает Шульген Урала, Урал ему торжественно вручает этот меч. И вот зрители кричали: «Урал, не отдавай ему этот меч! Нельзя, нельзя!» Вот прямо весь зрительный зал, преодолевая, вот, не показывая свои эмоции человеческие, что это все-таки спектакль, мне приходилось вот отдавать и в тот же момент получить удар в спину. Когда искусство работает, когда зритель онлайн, смотря спектакль, живет вместе с героем, вот это и есть настоящее творчество. В 1956 году в театре поставил спектакль по щучьему веленью сам Сергей Владимирович Образцов. А потом в театре работал его ученик Владимир Штейн. Башкирский государственный театр кукол одним из первых в России включил в свой репертуар спектакли для взрослых. Спектаклем «Белый пароход» Чингиза Айтматова театр кукол представлял Российскую Федерацию на Международном фестивале театров кукол Азии в Ташкенте. А спектаклем «Галима» Мажита Гафури он защищал честь Российской Федерации на 4-м Международном фестивале кукол в Венгрии, где получил специальный диплом. В истории этого театра был замечательный период, когда зритель взрослый шел в большем количестве даже, чем дети, по крайней мере, не в меньшем количестве. Начало моей работы в оперном театре я с завистью смотрел в сторону театра кукол, потому что сюда было не попасть. И было не попасть на взрослые спектакли в первую очередь. Спектакли были вот на самом деле для взрослого зрителя. Это были серьезные, интересные работы. На сегодняшний день, по ряду причин, таких спектаклей в репертуаре нет. С учетом того, что мы переезжаем на новое здание вот сюда, что тут шикарно, и по тем временам зрительный зал, отдельное помещение. Это не многие театры России имели такого здания, как имели вот мы на тот момент. Вот. И у нас, значит, руководство очень мудрое было. Они сказали: хорошо бы спектакль для взрослых такой, хороший сделать, известный, там, известного драматурга. И остановились, значит, руководство на том, что для взрослых спектакль поставит «Божественная комедия» Исидора Штокка. Вот. Мы, значит, репетировали его, находясь в помещении старого театра. Но поскольку спектакль большой, материальная часть большая, декорация большая, с расчетом на большую сцену, мы репетировали в русской драме, которая тогда находилась на Гоголя. Сейчас там филармония, а раньше был театр драматический, русский драматический театр. И нам там выделили на время, значит, на месяц, на полтора репетиционный зал, где у нас установили декорацию, там станок, и где мы вот репетировали спектакль «Божественная комедия». Вот, мы там его отрепетировали, мы там его сдали. Сдали тогда комиссии министру, сдали там другим там, вот. И уже с этим, значит, спектаклем приехали сюда и показали его первым зрителям, которые были строители именно этого театра. Дважды им показывали. То, что строителей было много, организаций много было подключено к строительству этого здания. Популярность театру именно дали спектакли для взрослых. Почему? Потому что детей приводят на детские спектакли. Они приходят домой, родители спрашивают: понравилось? Понравилось. А что там было? Да кто-то был, то-то, то-то. Вот и все.
А когда родитель сам приходит, как взрослый, на взрослый спектакль, он уже воочию увидит, а какая театр кукол, может, вот какие проблемы, как прекрасно, как хорошо. Все же привыкли, что кукольный театр только для детей, а тут для взрослых. И театр приобрел популярность, известность не только в России, но и в Советском Союзе, даже дальше, чем Советский Союз. Мы со спектаклем «Белый пароход» принимали участие на международном фестивале. Он тогда в Узбекской республике проходил в Ташкенте, где 17 стран приехало. 17 стран. Америка, Филиппины, Бангладеш, Япония. Понимаете? И так далее, и так далее. А мы, Башкирский театр кукол, представляли Российскую Федерацию. Видите, Башкирский театр Россию представлял на том фестивале. Но там были, конечно, театры из союзных республик тогда. Армении, Грузии, Азербайджан. Видели наш спектакль «Белый пароход», а там с детскими спектаклями приезжали, а мы на этот фестиваль повезли спектакль для взрослых. Это «Лисистрата» Аристофана, «Чернолики» Мажита Гафури. Представляете, какой репертуар-то у нас был? Вот, комедия об экстремасе. Ой, вот сейчас вспоминаешь, и там же действительно работа была такая серьезная. Не каждый драматический актер, я про себя говорю, в своем, так сказать, репертуаре прошел те спектакли, какие пришлось играть мне. Мне повезло. Молва о этих спектаклях-то она шла по всему Советскому Союзу тогда. То есть про театр серьезно говорили, театр знали. Конец 70-х, начало 80-х. Вот этот период, так сказать, вот расцвета театра. Это были серьезные работы, это была серьезная, да, драматургия, серьезный материал лежал в основе. Ну и, конечно, были... не получилось бы ничего, если бы на тот момент не был гениальный руководитель, гениальный режиссер Владимир Михайлович Штейн, ученик Сергея Владимировича Образцова. На ту пору молодой режиссер, который приехал в республику по приглашению, приехал, потому что увидел творческий потенциал в этом театре, что и позволило ему вот его замыслы воплотить в жизнь. Самый любимый спектакль, конечно, у меня детский, потому что для детей надо играть правдиво, честно, понимаете, их не обманешь. Здание кукольного театра ни разу не реконструировалось. У его сотрудников есть желание сделать театр более зрелищным, технически оснащенным, современным. В связи с этим есть уже планы по строительству пристроя к зданию театра, который будет выполнен в виде огромного сказочного персонажа. Надо сказать, что реконструкция, она уже практически назрела. Театр уже существует в данном здании около 50 лет. Даже по нормативным актам 50 лет – это уже период, когда театр, да не только театр, любое здание должно подвергаться капитальному ремонту, пересмотрению. Несколько лет предыдущий наш руководитель, директор оперного театра на данный момент, Ильмар Разинович, уже несколько лет подряд работал над проектом по созданию пристроя, то есть даже новое здание получается, но это должно было быть пристроем для существующего театра с облагораживанием прилегающей территории вдоль проспекта Октября, нового здания в виде чудо-юдо, рыба-кит. Но, тем не менее, этот процесс создания этого будущего пристроя, он все еще находится в процессе, скажем так, реализации поэтапно. Такой момент, что, может быть, он даже и положительный, что за долгие-долгие годы внешний театр не поменялся существенно. Плохо это, хорошо, не знаю. Для фойе, может быть, это и неплохо, что оно такое узнаваемое осталось. Но то, что касается сценического оборудования, конечно, на сегодняшний день оно должно быть, ну, в разы лучше, совершеннее и разнообразнее, чем мы можем себе на сегодняшний день это позволить. Если мы сейчас имеем зрительный зал на 300 мест, то в новом здании должна быть сцена на 500 мест и на 100 мест, то есть камерный зал. Рыженькие ушки, рыжие веснушки, без дела не сидела бы, а в караоке пела бы.
Новый сезон театра «Кукол», который откроется 17 сентября, юбилейный, 85-й, цифра солидная. К тому же он откроется премьерой, спектаклем, в котором представлены практически все виды существующих кукол. У нас сейчас ведется работа над спектаклем «Хроники путешественницы с дикими гусями». И изюминка данного спектакля состоит в том, что берется за основу классическая сказка известной шведской писательницы Сельмы Лагерлёв. И действие, само действие героя этой пьесы переносится в наши дни, в наше время. Это берутся современные декорации, современные костюмы, а само действие остается как в оригинале. Он такой оригинальный в том, что здесь собраны все форматы кукол, и марионетка, и штоковые, и паркетные, перчаточные, просто маски. Спектакль, он использует открытый прием, то есть актеры просто в костюмах, и куклы, так называемые, паркетные, то есть они перед собой, артистов видно. Какие-то спектакли у нас есть шермовые, то есть здесь выстраивается вот так ширма, и актеры уже работают за ширмой, их не видно, мы видим только кукол. А здесь вот такой открытый план. А они одеваются, наверное, все черное, да, чтобы их не видно? Ну, разные спектакли есть, где-то в каких-то спектаклях они в черных костюмах, чтобы их не видно было, да, где-то какие-то костюмы у артистов стилизованные специально, то есть вот, чтобы они в стилистике спектакля были. Но это сделанная специальная лестница, вот, была для этого спектакля, то есть артисты вот по ней будут подниматься, их будут подниматься и спускаться вниз. Вот, она специально черного цвета, чтобы ее не так видно было. И вот, и актер как бы вот так вот будет идти. Здесь как-то на высоте, видимо, он будет летать. Вы не хотите увидеть мир? Мы не хотим быть бродяги, вообще не домашние гуси. Любимым занятием детворы до спектакля или после него было и остается игра на чудесной детской площадке в волшебном замке перед театром кукол. И в советское время это было действительно сказочное место, потому что замок выглядел как настоящий, было множество качелей, каруселей, и интересно было безумно. Но, к сожалению, годы делают свое дело, а вот ремонт не делает никто. Несколько раз уфимские энтузиасты собирали инициативные группы для того, чтобы отремонтировать, отреставрировать и восстановить этот чудесный замок и городок. Но, к сожалению, ВОЗ и поныне там. Лишь покрасили часть площадки, но качели так и не восстановили. И все-таки как важно в нашем современном мире приобщить детей к миру искусства, а взрослым напомнить о его существовании. И не только водить подрастающее поколение на мультики, но и всем вместе посещать театр кукол, в котором язык общения со зрителем более возвышенный и образный. Вы смотрели проект «Мой город» на городском телеканале ЮТВ. До новых встреч!